Всем привет, добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Как и обещала, я сняла еще одно видео с шоколадными бенто-тортами, но это видео не о том, как готовить бенто-торты, а о том, как их можно красиво оформить. Не буду раскрывать все карты, тортики у меня запакованы, но могу сказать, что цвет ленточек перекликается с цветом оформления. Поэтому не буду вас томить и сначала просто покажу вам процесс сборки торта с шоколадными коржами и соленой карамелью. Карамелью с арахисом, а потом уже мы приступим к оформлению. Начинаем! Ну что ж, тортики я собрала, они у меня отстоялись пару часов в холодильнике, я их выровняла. Бенто-торты не нуждаются в идеальном выравнивании, им присуща такая некая небрежность, поэтому я прям слишком не старалась, выровняла белым кремом, и сейчас на этом тортике я хочу нарисовать веточки лаванды, буду делать это кремом и сделаю надпись. В этом тортике начинка у меня вишневая, шоколадная. Шоколадные коржи, крем-чиз, пропитка и вишневая начинка. Окрасила я крем-чиз в 3 цвета. Сейчас покажу, какие у меня красители. Зеленый это вот такой обычный, видите, у меня тут окрасилась от других, которые были рядом. Топ-декор зеленая. Далее вот такой, вот такая фиалковая, тоже топ-декор, это который цвет посветлее. И самый темный фиолетовый, это у меня краситель Кей Colors, сейчас он, по-моему, Глеб Colors, вот его название, 130 номер. И сначала я сделаю надпись, а потом уже буду кремом рисовать веточки лаванды. Так, надпись я сделала. Сначала я написала темно-фиолетовым цветом, а сверху уже белым. И сейчас будем делать веточки. Ну что ж, и конечно же на крышечку тортика я прикрепила деревянную вилочку, свечку такого сиреневого цвета, чтобы перекликалась с темой лаванды. И подготовила вот такую ленточку, сейчас покажу. Вот, она тоже такая сиреневая. Закрываем нашу коробочку и перевязываем ленточкой. И второй тортик, который у меня с карамелью и арахисом, я его уже выровняла. И на нем хочу я нарисовать авокадо. Я взяла, окрасила крем в 5 цветов. Черная, оливковая и коричневая краска. Это у меня пищевой краситель топ-декор. Два вот этих цвета. Такой зеленый, это Амери Колор. Forest Green, вот такой, а розовый это Electric Pink Key Colors, и вот это не зеленый цвет, а именно так и называется, оливковый от Top Decor.
Ну что ж, вот такие два бента-тортика мы сегодня с вами оформили. Напомню, они у меня были шоколадные, с разными начинками, с вишней и соленой карамель с арахисом. На моем канале буквально недавно было видео, где я показывала еще два варианта оформления. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Как вы видите, это все делается достаточно просто, быстро, а получается очень оригинально и мило. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!